Меня зовут Сидорова Светлана. Я работаю машинистом крана на Балаковской Т4. Я пришла на Т4, как говорится, в прошлом веке, в 96-м году. А машинистом крана работаю уже 23 года. Мы перемещаем грузы, начиная кислород, какое-то оборудование незначительное. А в ремонтную компанию там уже посерьезнее дело идет. Мы разбираем турбины полностью, там где-то происходит замена оборудования. А когда разбираешь турбину, там идет крупногабаритный груз до 30 тонн. Там, конечно, нужно быть очень внимательным, усидчивым, выполнять команды очень строго. Потому что очень много оборудования, там миллиметры, даже незначительные миллиметры. Это вот такая вот специфическая работа. Я считаю, что работа машинистом крана – самая женская профессия, потому что она требует усидчивости, терпения, внимательности –